Прекрасно родиться женщиной, улыбкой озаряя мир, кокетливо убирать локон с лица, взглядом собирать восхищенные мужские лица, губки красить красной помадой и сережки подбирать не в тон. Я не всегда понимаю, что же мне надо, но в этом списке точно есть Луи Виттон. Кеды носить с цветными шнурками и громко хохотать с подругой в кафе, марафон создать и спрашивать: «Девчонки, вы с нами? Давайте наполняться в женском круге!» И можно ночами не спать, принимать комплименты и целоваться, немного совсем поскучать и радостно на свидание собираться. Прекрасно родиться женщиной, с этой мыслью я встаю каждый день. Богом заложена в нас непостижимая истина. Мы светим ярко, но у каждой есть своя тень.